Ну что ж. Чё там там? А, это заказы с голубятни. Они каждый раз, что ли, так будут выдаваться? Так. Хотел я прокачать меч и египетский. Чего я там в Армеле, кстати, делаю? Вернитесь к Киаре. А, это продолжит сквозь туман. Сундук забитый. Блядь, как так? Это я в прошлой игре так забил его? Или он во время выключенной игры забивает? Наверное, в прошлой игре. Жаль, конечно, что там по сотке некоторые товары. И тут, по-моему, кузнец где-то есть в этом городе. Сейчас египетский меч хочу улучшить до максимума, с ним погонять. Интересно. Да и вообще посмотреть, какие эффекты у оружия есть, которые у меня в сумке. Далека-то она говорить хочет. Так, кузнец. Где-то он здесь есть, точно. Или нету? Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Нет кузнеца, что ли, здесь? А где кузнец тогда, блядь? Я что-то и не помню, где он. А, вот. А что она мне обозначает? Или это не кузнец? Вроде кузнец. Тебе тут всегда рады. Что сегодня при... Так, усилить снаряжение. Ой, серпы. Я даже не знаю. Вот херово, что не пишется полностью. Короче. Что, на сегодня все? Подожди, я почитаю. Так, эти мы знаем. Это увеличивает дальность, скорость возрастает. Здравая тема, кстати. Восстановление здоровья при парировании, да? Это при... Коготь Сутунга. Это у нас что? Кинжал. Надгробие. Кольцо огня. При парировании. Ну тоже парировать надо. Скорость возрастает при высоком здоровье. Отравляющий эффект при парировании.
Ядовитое облако. При завершающих комбо. Урон от мощных при низком здоровье. Как это параша. Щит с дракара. Ну я хер знаю. 15%. Это надо блокировать, стоять. Три врага. Так, чего там? Возрастает атака при использовании провизии. Ну тоже хер знает, параша какая-то. Топор Варина, самый там начальник какой-то топор. После каждого попадания скорость возрастает. И ближе щит. После получения удара возрастает атака. Ну это все параша, эти щиты мелкие. Сила глушения возрастает. После мощных ударов. Дубельхандер. По упавшим врагам отравляют. Дубовый треугольный. Урон в дальнем бою возрастает при блокировании атаки дальнего боя. Щит спартанцев. Атака возрастает после блока. Щит шиши. Усыпляющая бомба после 5 блоков. Боевой топор. Так, что-то три врага каких-то. Вихрь смерти. Оставить огненную бомбу после мощных завершающих ударов. Ну даже не знаю. Цепами я еще не играл. Русский щит. Три врага, тоже атака возрастает. Византийское копье. Уменьшение веса. Зачем это надо вообще? Иберийский сакс. Что это за параша вообще? После уворота. Ну неплохо, уворачиваемся часто, в принципе. Копье. Урон от удара в спину. Кузнечный молот. Мощные критические удары сбивают врагов с ног. Щит бритов. Восстановление здоровья при парировании. Вот это неплохая тема. 10 секунд КД, конечно. Но прям неплохо. Он вроде как у меня прокачанный. Это на тот случай, если нужно будет где-то хилиться. Но опять же, щит маленький. Если, скажем, его брать, и кинжал тот, который лечит при критическом ударе. Вот опять же серп. После каждого попадания скорость возрастает. Это неплохо. Костяной серп. Атака возрастает, когда оружие отравлено. 30 атаки просто. Щит кукулина. Атака, способность возрастает в зависимости от продолжительности блока. Топор воина. Щит клана ворона. Сакс инглингов. Так. Боевой молот. Я даже не знаю. При блокировании скорость. Дальше что? После каждого попадания просто возрастает атака. Нормальная тема. 15 атаки, конечно. Копье Фирда. Блод Вульф. Поджигающий эффект на оружие при парировании. Могильный топор. Поджигающий при критическом. Я что-то, кстати, то ли пропустил, то ли еще. Меч египетский. Так, завершающий удар. Другой на щите гонял, помню. Рунный щит. Так, возрастает при высоком здоровье. Криминальный сакс. И последнее.
скорость при блокировании. Где-то я пропустил меч. Странно. Египетский хапеш. Вот он. Видать, как-то я его пропустил. Поджигающий эффект. При критическом. Ну тот же, что и топор тут. Вот этот я хочу прокачать меч. А что по лукам, кстати? У нас тоже луков миллион. Хотя не сказать, что миллион дадут. Усыпляющее облако после... Ну неплохо. Нормальная тема. Прикольно, интересно. Для скрытного хода прохождения сила глушения возрастает при попадании в уязвимое место. Отравляет. Скорость. Сила глушения. Скорость. С близкого расстояния бросок дымовой бомбы. При высоком здоровье. Устанавливается ловушка. Смотря какая, интересно, ловушка. Скальд смерти. Уменьшение веса. Чем дальше вы от врага, тем сильнее ваша атака. А это, кстати, что? Охотничий. Охотничий. Так. Ну просто стреляешь, но это тоже охотничий. Так, рекурсивный. При высоком здоровье. Тоже вот руны можно посмотреть, какие-то поменять как-то. Попадание в уязвимое место, здесь критические удары. Да, неплохо. Ну а чё, к примеру, вот этот лук крутой, надо его прокачать. Руны. Чё по рунам у нас? Недавно не шарился я в рунах. Скажем, вот эти. Какие у нас есть? Ежи коготь. Скрытность. Вес. Кто интересно ставит на уменьшение веса? И какой смысл от этого будет? Какие-то же там есть бонусы с маленьким весом. Так, руна ловкости, слабые удары, горение, отравление. Коварство. Но это не ставит их в лук, точно. Руна стойкости. Руна попадания в голову. Ну какой смысл тоже? Все вот эти малые руны надо продать куда-то. Руна ярости. Вот руна совершенства, вот это стоит. И все. Так-то получается и рун особо много нету нормальных. Короче, надо меч египетский улучшить, погонять с двумя мечами. Как приятно тебя снова видеть. Давай. Дай взгляд. Так. Луки, топоры, цепь, меч двуручный. Вот он. Ё-моё, и каждый раз так до него возвращаться?
Все, типа, вроде крутой стал. Так, египетский хэппи. Сейчас мы в него запихнем что-нибудь лучше. Теперь ты излучаешь. Да иди ты. Силу. И... окруженного проворства. Комбинации силы. Блин, всякая параша. Мощного блокирования, ядовитой казни. Ничего нормального нету, что ли? Руна ран ярости. Атака возрастает после получения удара. Мощные критические удары сбивают врагов с ног. Нормальная тема. Может скорость взять? Возьму скорость, а потом посмотрим. Скрытность, оглушение. Надо стараться большие руны ставить. Они все заняты. Блокирование. Хрена у меня так мало, так много малых рун вот этих. Короче, ставлю я и ставлю. Урон от слабых ударов пускай. Хоть что-то. Так, у меня тут кинжал, сейчас я сталь буду зарядить. Что у нас по ордену? Тайный союз друидов, но это я и так знаю.
кстати, подсказку дуба сейчас почитаем. И тут у оленя есть одна подсказка. А, торговый пост на Ардмеле. Почему я на том посту и был? Значит, сейчас мы на Ардмель пойдем. И здесь еще подсказка у этого типа. Дуб желает как можно сильнее ослабить общество в целом. Ну-ка. Ё-моё, хер прочитаешь. А как это читать теперь? Так. Значит, в Ардмель отправляемся. Обшарить пост, говорит. Сейчас обшарим. Пока что нет таких особо сильных каких-то боссов, чтобы нужно было пересматривать какие-то навыки, там что-то распределять куда-то в силу или еще во что-то. Персонаж раскачан на самый максимум. Что пока и так нормально. Так, если обшарить торговый пост, это где? Где и что может быть здесь? Нашел. Нашел оленя. Руадри, господин Портов, убейте оленя. Сейчас читанем записку. Записка с торгового поста в Ардмеле оленю. Господин, все сделано, как ты велел. Моя рука ноет от кнута. Инг-лох-ней – невеликая деревушка, но здешние дуралеи, те, что выжили, быстро поняли, куда дует ветер. И теперь клянутся мешать флану во всем, как мы прикажем. Приезжай сюда, когда сможешь, твой верный слуга. Интересно. Он запугивает жителей деревни на северном берегу Лох-Ней, на пристани Них-Лох-Ней. Лорд Руадри Олень. Руадри всегда казалось, что дети Дану слишком полагаются на знамения и молитвы. Он считал, что духи земли больше любят тех, кто действует. В трудах он придерживался принципа «добивайся необходимого любыми способами, а духов отблагодаришь потом». Его прямолинейность и эффективность понравились детям Дану, и теперь он в ответе за накопление средств для заключительного сражения. Загасим петуха. Заодно там золотишко какое есть. Недалеко. Сейчас мы этого прощилыгу подзагасим. Если узнаю, пощады не жди.
Нужно быть осторожнее. Ну давай, короче. Что-то случилось? Давай, давай, иди сюда. Блять, да что ты делаешь? Пиздец. Барахло соберем. Так, где наш лук там? Кстати говоря, насчет этого. Кину-ка я капюшон. Записка. Так, где этот конь у нас? Ой.
Давай-ка рекурсивный лук. Стражников. Детей да, но все меньше. Все загасили. Ну и остался вот этот. Семя. Бывает в Ирландии, его можно найти в крепости Дун-Северик. Ага. Пишу тебе с борта корабля, которым играет буря. Ни одной фасолины я больше съесть не могу, так как боюсь, что она попросится наружу и позовет с собой остальное содержимое моего брюха. Проследи, чтобы в нашу армию пригнали еще людей и собрали их в Дун-Северике. Я устроюсь в крепости и научу их обращаться с английскими луками. В тех проклятых краях я много добыл этого добра. Также привезу я тебе пикшу, которую ты столь страстно любишь, так что не страшись. Так, Дун-Северик. А где эта крепость? Сейчас посмотрим. Где этот Дун-Северик, хрен его знает. Дун-Северик. Хер его знает, где эта ебучая крепость. Гробница. Не знаю, где эта крепость. Дун-Северик. Вот она. Сраная крепость. Где находится? Ну все, туда. Тогда синие сразу. И вот это все доделать фигню. Че, две синих осталось из желтых. Две вот эти по квесту, наверное, попробуем. И вот эти две. Погнали. Huh?
что у нас тут? Испытание. Давай, сука.
Жестко. Так, на золотую метку. Крепость охеренная получается. Покажи мне все. Так. Так, тут рекурсивный. Что-нибудь из кого-нибудь попристреляем. Так, сразу на крепость, наверное. Книга даже есть. О, и тут какой-то идет. Че я не вкуриваю, что за фигня? А, где-то внизу. Thank you.
концом! Где она?